Вы на канале Лара из Махмутлара. И сегодня мы с вами отправимся на празднование Дня Победы или Дня Независимости Турции. Побудете со мной весь день, посмотрите, как это все проходит. Тут, видите, детки побежали, тут здесь разные школы со своими флагами и побежали на построение. Вот, а мы пытаемся найти парковку. Вот здесь вечером будет концерт. Нас пропустили. Все. Сейчас паркуемся и идите за мной. Показываю вам, что весь город украшен флагами. Все очень торжественно. Всем привет, дорогие мои. Сегодня мы с вами находимся на начале празднования независимости Турции. В 23-м году была изменена конституция, и Турция стала независимой республикой. Сегодня 98 лет, значит, в 23-м году будет 100 лет, как Турция стала независимой. Вот. И сегодня вот здесь я на площади как раз в Алании, возле муниципалитета. Тут вот сейчас будет празднование. Это как-то очень-очень волнительно. Все празднично. Ну, действительно, даже у меня, знаете, я не гражданка Турции, но у меня прям вот такое волнение. Вот. Все. Мы сейчас встаем подальше, я буду смотреть и буду для вас снимать, чтобы вы все видели вместе со мной, как проходит торжественная часть начала празднования этого праздника. Сразу за моей спиной пункт, где добровольцы сдают кровь. Прям тоже очень приятно. Вот здесь добровольцы сдают кровь сами. Это вот сознательные люди, кто хочет помочь там своей родине даже так. Вот здесь мы записываем форму. Моя фамилия. Вот записывают вот такую форму. Вот кто сдал? И кто сдал, уже дает газировочку. Да, вы молодец. Сейчас все записываются, кто хочет сдать кровь. Здорово. Сейчас идут последние приготовления. Каждая школа пришла со своим флагом. Сейчас представление. Видите, с одной и с другой стороны стоят школьники, будут подниматься флаги. Каймакамдык макамы челенги. Азилин. Belediye Başkanlığı çelengi. Azim. Şimdi sizleri Ulu Önder Atatürk'ün Hazır! Bayrak filan ol!
Эмоции, музыка, все это настолько, знаете, вроде как все просто, не надо никакой, это все действительно довольно просто. Ну, это что-то невероятное, правда. У меня горит лицо, вот видно такой адреналин. Настолько вот торжественно, знаете, настолько почему-то им сразу веришь, что они действительно вот ну так любят свою страну. И после того, как я подошла к мэру и сказала, можно фото, и он быстренько встал, со мной сфотографировался, ну я вообще думала, упаду от удивления. Ну, вот так. Ничего вам опять нового не рассказала, я просто рассказала свои ощущения, свое видение этого праздника. Я очень рада, что я здесь побывала. Очень красивый, да. Это сейчас мы снимались всей группой. Нас мэр пригласил, сказал, что вставайте в дверь, снимайтесь. Девочка, и мы такие стоим, пока нас будут снимать. Вот на набережной Алании сейчас будет концерт, и мы с вами вот через тот металлоискатель будем проходить. Раздают всем флажки, кто пришел сюда. Вот видите. Он все проходит, проверяет. А теперь все с флажками. Вот у нас самый патриотичный патриот.
Bak size ne diyorum biliyor musunuz? Bak biz size ne diyoruz bugün biliyor musunuz? Şöyle söyleyeceğiz. Şöyle. Şimdi sonunda benim olacaksın. Kimseyi görmedim ben. Bak orada. Kimseyi tanımadım ben. Senden. Bu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Aklımdan geçen. Bak. Şimdi bu oyunu oynarken sağ taraf harikaysa. Haydi Alanya! Kaldır bayrakları! Kaldır bayrakları Alanya! Çığlıklarla 10. yıl marşını hep beraber söyleyeceğiz! Yaşa,
başkanları, yöneticileri, sivil toplum örgütlerimizin çok değerli başkanları, Alanya Ticaret Odası Başkanım, çok saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, sevgili Alanyalılar. Для вас видео вот с такими фонариками в деревьях. Но необыкновенно и очень красиво. Как они его прям чтят вообще. Ну все, мои дорогие, вот так у нас закончился первый день празднования Дня Победы или Дня Независимости Турции. Вот у меня в руках, видите, газетки, флажки. Мне было очень интересно, правда, мне было интересно, как они празднуют свой праздник, вообще как они ведут себя вот в толпе, везде. Вы знаете, сейчас пробирались, просто не могла записать, потому что проходили через толпу людей, которые смотрели концерт. Настолько их много людей, и было совсем не страшно, было весело. Мы так между ними быстренько шли, они нам все улыбались, там уступали дорогу. Я не знаю, настроение у меня, конечно, замечательное. Вот прям, знаете, такое приподнятое какое-то, ну, очень-очень веселое. Так вот покажу здесь. Буковки бегут. Надо учить, Лариса, язык, и ты будешь знать, что там написано. Но пока ты этого не знаешь, ты просто вот там еще красиво, ты вам все показывает. Ну и вот я хотела сказать, что на сегодня первый наш день закончен. Я не знаю, как я завтра, потому что, ну,
Постараюсь, конечно, но, может быть, буду снимать для вас какие-то сторисы. Вот. Ну, а на сегодня, как всегда, приглашаю вас, подписывайтесь. Вы должны подписываться на мой канал. Я столько для вас старалась. Смотрите, сколько. Где там ребятишки бегают, где там мальчик прибежал. Я хотела его снять. Ну вот, еще раз вас приглашаю. Подписывайтесь на мой канал, читайте мои посты в Инстаграм. Там моя группа называется, вы помните, Лора Туркиш. Ну а я на сегодня с вами прощаюсь. Всегда ваша Лара. Пока-пока!